Итак, давайте представим, что будет, если украинским водителям окончательно надоест то, что происходит на наших дорогах. Под ваши аплодисменты, пожалуйста. Термінова новина. Сьогодні керівництво «Укравтодору» через невідомі причини в повному складі не вийшло на роботу. Телефони не відповідають. Місце перебування чиновників невідоме. Ми і далі стежитимемо за розвитком подій. О! Проснувся? Где я? Ви в секретном гараже. В каком гараже? А в таком гараже, в котором я ремонтирую ходовую 5 раз в год после ваших дорог. А где я был? Да тут недалеко, в коме. Инсульт. Не, бейсбол. Хорошая игра. Слушай, ты посиди пока, а мне надо позвонить. Никуда не уходи, хорошо? Молодец. Алло, полиция? Директор «Автодора» у меня в заложниках. Помогите! Закрой рот. Так вот, а мои требования? Да такие же, как и у всей Украины. Сделайте нормальные дороги. Все, жду. Вы террорист? Я? Да вы что? Неужели это из-за меня миллионам людей искалечили машины, а? Поймите, все не там, там не все так просто. Да, да я все понимаю. Во-первых, очень сложные климатические условия. Да. Вот. Некачественные материалы. Да. Неправильное использование дорог. Да. Может, тебе ноги сломать, а? Нет. Да. Нет, пожалуйста, не надо. Почему? Как вы меня нашли? Да это было несложно. Только к тебе идет 6-полосная дорога. С разметкой, знаками, подогревом и даже крышей над дорогой. А вы кто? Я? Я мечта всех водителей Украины. И твой страшный сон. Вы что, меня убьете? Ну что вы такое говорите? Ты так легко у меня не отмажешься. Я приглашаю тебя в увлекательное путешествие украинскими дорогами. И для начала мы поедем в Кропивницкий. Куда? Кировоград! Нет, пожалуйста, нет. Ну, пожалуйста, можем поехать в Кривой Рог? Нет, только не туда. Ну, можем в Сумы. Один хрен, дорог нигде нету. Откуда вы это знаете? Я дальнобойщик. Бывший. А знаешь, почему я бывший? А угадай, где моя фура? Поломалась? Провалилась. Под лед. Под асфальт! Я очень сочувствую, но если вам надо куда-то ехать, у меня есть вертолет. Я знаю. У тебя по декларации есть и вертолет, и самолет. У тебя все есть. Только совести у тебя нету. Вот и дорог у нас нету. Что это за провода? Это что, электрический стул? Нет, это круче. Это первый в мире симулятор украинских дорог. И у него даже есть 2 режима. Первый и твою мать! Ну что, какой попробуем? Я так и думал. Поехали! И долго мне так ехать? Ну, еще 470 км. Ну, до Кропивницкого же меньше. Так мы же еще по Киеву едем. Перед вами проспект Глушкова. Так мы же его недавно отремонтировали. Ай-ай-ай-ли! Прикинь! Едем дальше! Ай! Больно? Да. Это люк. Пожалуйста, не делайте так больше. Вот и мы просим, не делайте так больше. А вы же нет. Ай, больно! А это был открытый люк. Тебе еще повезло, что подушка безопасности не сработала. Да. А нет!
нет. Кто поймет эту технику? Взяла и сработала. Не спать, здесь же дерево! А, какое дерево? Откуда? Какое самое главное дерево, которое вы вставляете в открытые люки? Пожалуйста, мы так больше не будем. Да? Ну ладно. Спасибо. Спасибо, мы уже приехали. Я поздравляю вас. Вы прошли первый уровень. Это была имитация автомобиля типа джип. А сейчас мы пересядем в автомобиль, на котором ездит большая половина Украины. Добро пожаловать в Деуланос! Пожалуйста, не надо. Надо. Я даже дверку за вами закрою. Оп! Ай! Ой, простите, не закрылась. Оп! Ай! Черт, и со второй попытки почему-то. А черт с тобой, поедешь с открытой. Можно я хотя бы в туалет сначала схожу? Нельзя! Мы же в пробке стоим. А знаешь, почему пробка? Ремонт дороги. В понедельник. Утром. В час пик. Ну? Ну ведь они тоже работают в понедельник. Асфальт кладут. Нет, пока они просто ходят, курят, анекдоты друг другу рассказывают. Наверное, ждут дождь. Это у них называется подготовительный период. Может продлиться до 2 недель. Ну, мы так долго ждать не можем, поэтому едем дальше. На! Ой, это что, опять люк? Нет, это стык. Новой дороги и старой. Как тебе? Не очень. По-моему, отлично. Мне так кажется. Едем, едем, едем. Поехали, поехали, поехали. Опа! Шулявский мост обвалился. Когда же мы на трассу-то выйдем уже? Да мы вот уже выезжаем, выезжаем. Вот она трасса. Ну вот видите, нормальная же дорога. Да, автобан. Недолго музычка играла, да? Ну вот опять нормальная дорога, видите же? Ага. Что такое? Это поворот на Кировоград. Предупреждать же надо. Вот и мы просим предупреждать. Ставьте знаки на опасных поворотах, а не венки. Поехали, поехали, поехали. Едем, 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 едем. Что случилось? Я что, умер? Да нет, просто наступила ночь. Но ночью нужно ехать очень осторожно. Потому что мало ли что там на дороге. Все, что угодно там может быть. Может, даже ремонтная техника без всяких опознавательных знаков. Бывает, едешь так, а тут техника, и ты как? Но ведь у машины должны быть фары. Это правда. Но мне кажется, что и вдоль дорог должны быть фонари. Или лучше их сделать под глазами? А, давай! Нет, пожалуйста, вы же видите, там знак «Ремонт дороги». Да, там есть знак «Ремонт дороги». Но он в таком месте... Как бы это слово подобрать? Давай я лучше тебе в это место лопату засуну. Нет, нет, помогите! Помогите! Черт! Быстро вы меня нашли. Здесь держит директор автодора. Все, я сдаюсь. Спасибо вам. Мы не к вам. Спасибо. За что? За что? 4 Приуса угробили. Ну, вы же должны помогать людям. Точно. Точно. А давайте мы вам нашу дубинку оставим. Не надо, у меня своя. Извините, пожалуйста. Там еще водители скорой помощи, троллейбусов. Пожарных, ну, всем не терпится получить порцию удовольствия.
Я всех понимаю. Всех примем. Все. Зовите. Отлично. Здорово. А ты молись. Я атеист. По нашим дорогам оно и видно. По-моему, только в Украине каждый второй, нет, каждый водитель мечтает прокатить чиновника автодора на велике без седла. Это тебе от водителей скорых. Здрасте. О, отлично! По-моему, только в Украине стадо коров, проходящее через дорогу, залатывает больше ям, чем Укравтодор. Это тебе от водителей приусов. О, отлично! И, по-моему, только в Украине самая лучшая дорога – это брусчатка, вымощенная еще в 18 веке. Ребята, вы не охренели? Это тебе от всех нас, от водителей Украины! Yes! Ребята, по-моему, вы так и не поняли. Вот эта страна изменилась, а вы нет. Правда, страна?